Считанные часы остаются до важнейшего исторического события для всего христианского мира – встречи глав двух крупнейших церквей – патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. Представители Русской Православной Церкви уже находятся в столице Кубы. С этой страны как раз начинается его пастырский визит в Латинскую Америку. На Кубу перед своей поездкой в Мексику сегодня прибудет и понтифик. Переговоры пройдут как раз в Гаванском международном аэропорту. У трапа самолета патриарха Кирилла встречал Рауль Кастро. Запланировано и общение с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы Республики Куба, председателя Государственного совета и Совета министров господина Рауля Кастро Рус. Народ Кубы и народ России связывают долгие годы взаимных трудов, сотрудничества и искренней дружбы. И обращаясь к кубинскому народу, я хотел сказать, что эти добрые чувства в России и Кубе сохраняются и приумножаются сегодня. На Кубу отправился уже и Папа Римский. Самолет с флагом Ватикана на борту вылетел из аэропорта в Фьюмичино. Подготовка первой в истории встречи патриарха Московского и Папы Римского продолжалась много лет. Главной темой беседы станет тревожная тенденция последнего времени – гонения на христиан, а также их защита на Ближнем Востоке и в других кризисных регионах.